Со стороны это выглядит как срочная эвакуация, а сами павильоны – на тонущий корабль. За привокзальной торговлей с давних времен закрепилась не лучшая репутация. И об этих павильонах поговаривали разное. Тут целая галерея, чего тут только нет. Аптечный пункт, табак, вино, сразу несколько магазинов. Но они доживают последние часы. Есть решение суда о сносе самовольных построек. Разрешение на временную торговлю здесь было выдано еще в прошлом веке, в лихие 90-е, но только на временную торговлю, так как эта территория планировалась в перспективе под реконструкцию станции. Увы, павильоны с годами приобрели капитальный вид, и их аренда была аннулирована в 2016 году. С тех пор тянулась судебная тяжба и проволочки. Окончательное решение суд вынес в августе прошлого года. Правильно делают. Не нужны? Нет, конечно. Они, во-первых, опасны, не ходить страшно. Если незаконку сносят, это не то, что приветствовать надо. Это давным-давно назрело. Место пустым не будет. И если есть востребованность каких-то павильонов, аптек и прочих, они обязательно возникнут. Но это будет легально. В течение 2-3 дней это место будет не узнать. Уж больно приелись эти проржавевшие конструкции, незаконно здесь возведенные.